В одной из комнат полицейские обнаружили и изъяли оружие и боеприпасы. Экспертиза подтвердила, что пистолет Макарова и патроны к нему пригодны для стрельбы. В отделе полиции хозяин пояснил, что больше 20 лет назад нашел оружие и боеприпасы в лесу. Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и приобретение оружия. Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. МВД напоминает, найденное оружие необходимо сдать в ближайший отдел полиции. Гражданам, добровольно сдавшим оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или предоставившим достоверную информацию об их незаконном хранении, выплачивается вознаграждение. За единицу боевого огнестрельного оружия заплатят 5000 рублей. За охотничье и спортивное оружие с нарезным стволом – 3500. За самодельное огнестрельное – 1500 рублей.